Объявлено прокуратуру района предостережение как подрядчику, так и заказчику, значит, которым поставлен вопрос о том, чтобы прекратить строительные работы до того, пока не будет дано заключение инспекции Госстройнадзора о том, что безопасно находиться в данном строительном объекте. Как нам стало известно, это обрушение не первое в ходе строительства торгово-развлекательного комплекса «Восход-2». К счастью, во втором случае никто не пострадал, а руководство стройплощадки сообщило очевидцам ЧП, что причиной этого обрушения сильный мороз. После проведения всех экспертиз будет решено, можно ли продолжать строительство. А если рабочие будут замечены на стройке сейчас, подрядчика ждет уголовная ответственность.